Всех приветствую. Сегодня есть дополнение по тому прогнозу, что вчера говорил. Этот паттерн рыбы я убираю. Так, давайте нарисуем нормальные паттерны, которые могут отработать. Так, суть в том, что здесь, скорее всего, будет треугольник, но есть другой запасной вариант, потому что треугольники часто ломают. То есть суть в том, что я жду сбития вот этих стопов. Сюда сейчас идет движение. После этого должна быть коррекция. Потому что это можно разметить как 1, 2, 3, 4, 5, это импульс и коррекция. Потом будет у нас развилка интересная. То есть после этой коррекции, которая должна быть тройкой, мы можем нарисовать либо вот такой слабый рост. Если я вижу вот этот слабый рост, то здесь надо шортить, стоп ставить вот сюда и ехать вниз. Но если этот рост будет сильный, то мы сломаем этот треугольник, собьем вот этих шортил. И после этого у нас будет другой вариант, что у нас здесь развивается двойной зигзаг. Это был первый зигзаг, это коррекция, это второй зигзаг. И после этого мы пойдем все равно вниз. Из этого нужно строить свой торговый план. То есть все здесь очень просто. Будем смотреть в районе 8400, 8500. Там я встаю в шорт, еду вниз. И после этого, если рост будет слабый, еще добавляюсь, еще иду сильнее вниз. Если рост будет сильный, то надо будет тогда этот шорт закрывать и перезаходить уже на пробой 8700. Вот и все. Что я могу добавить? Вот такой у меня пока план, и до завтра.